В этом году в столице республики первыми с отчетом правительства ознакомились жители промышленного и губинского округов столицы. Здесь состоялся настоящий диалог общества и власти. К примеру, дачники узнали, кому им нужно бежать и обращаться, если они захотят решить проблему с дорогой. А спортивные активисты, интересующиеся строительством тира в Якутске, узнали, что проект нового тира уже разрабатывается, а два тира уже действуют при школе номер 2 и детской спортивной школе номер 4. В целом участники мероприятия отметили, что по сравнению с прошлыми годами формат встречи заметно изменился. Если раньше было больше претензий, то сейчас звучат не только вопросы, но и конкретные ответы. Более того, членов правительства, отмечают участники мероприятия, интересуют предложения и даже инициативы граждан. Это очень полезно и со всех сторон. По итогам работы заключается соглашение между муниципальным образованием на уровне района и правительством, в соответствии с которым уже в течение года идет работа. Это уже 19-й отчет, и результаты они уже себя оправданы. Население ожидает отчетов, таком комплексных больших отчетов, поэтому очень, скажем так, полезно и эффективно.